go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with the smile. Ребят, всем доброе утро. Сегодня 31 декабря. Я решила, что этот день идеальный для съемки влога. Я хочу быть симпатичней. У меня сегодня, в принципе, насыщенный день, и я думаю, что будет прикольно, как мы вместе с вами встретим Новый год. Луиша ждет корм. Он всегда это очень мило делает. Посмотрите, какой у меня красивый вид из окна. С утра я еще мега странная. Так, значит, сейчас я буду собираться на тренировку, и потом у меня работа. Всякие дела по мелочи, и вечером я буду встречать Новый год. Люблю этот праздник, и да, моя елка. Вы уже ее видели в видосах, но во влоге нет. Let me give you a Christmas. A moment will fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Я вернулась домой с тренировки, сейчас буду кушать, и я вспомнила, что сегодня 31 декабря, я не заплатила по счетам за квартиру. А там нужно вроде платить до 25-го, в общем. Забегалась и забыла заглянуть в ящик, и я вообще не понимаю, как так получилось, что я даже не вспомнила об этом. Мне письмо пришло какое-то. Заяц, ты жопой прямо в камеру стоишь. Крупина Елена Алексеевна, причем от руки написано, ребят. Я надеюсь, там что-то приятное, а не то, что я должна кому-то побыла. Нифига себе, это мне пришел по работе. Они мне прислали акт выполненных работ по почте. Вообще, кстати, я не рассказывала про трение, что я по факту занимаюсь не чтобы было быть какой-то накачанной или еще что-то. У меня такой бардак, ну, зато, естественно. Чтобы просто, ну, так как у меня сидячий образ жизни, чтобы быть чуть-чуть, двигаться... Вот, и не жиреть от того, что я ем сладкое, да, потому что я выбрала не отказываться от сладкого, не запрещать себе, но, типа, тренировки, и чтобы как-то уравновешивать. Вот, но я все равно стараюсь меньше сладкого есть, но сегодня не тот день. Все, папа меня успокоил, сказал, что все хорошо, я ничего не просрочила по платежам, там автоматически снимается, поэтому... Я думала, сейчас опять на бабки попаду. Я безумно сильно люблю упаковывать подарки. И раньше, когда я была маленькой, у меня это постоянно была какая-то подготовка к Новому году. В этом году я ничего не успела сделать. И вот сегодня 31-е, я решила, что надо хоть как-то, хотя бы немного украсить, потому что все обожают мои фирменные упаковки. Я, в общем, нашла коробки из-под Яндекс.Маркета разные. Остались с прошлого года ленточки. Это вообще просто находка, так что буду сейчас из этого делать что-то мега крутое. Зайц. Жойц мой. Поздравишь всех с Новым годом? Видимо, нет. Простите, ребят. Я накрасилась, сейчас буду одеваться и уже снимать. У меня сегодня я решила сделать что-то необычное. Вот такие интересные стрелки. Надеюсь, вам нравится. Ко мне пришли гости. Да, я сегодня Дед Мороз. Борода без ваты, конечно, вообще без бороды. Но... С Новым годом! Спасибо тебе огромное, Настя! Ужасное качество, но я распаковываю подарок. А Настя будет смотреть на это. Ой, господи, там что? О, господи! Ты серьезно? Да. Блин! Я для этого узнавала вчера любимый цвет. Настя! Господи, это потрясающе! Это у меня новый чехол на iPhone. Голубенький, он безумно красивый и приятный. Это вообще то, что я очень сильно люблю. Это так неожиданно и приятно. Я вообще не могу. Hey, ребят, всем привет. Меня зовут Лена Крупина. И это последнее видео в этом году. Я тут сняла видео, которое вышло на канале в Новый год. Я нажелала вам всего, но еще здесь пожелаю, чтобы все у вас было хорошо в Новом году. И... помните, что я вас безумно сильно люблю и очень вам благодарна за то, что вы у меня есть. Заканчиваю монтаж, осталось только перепроверить, чуть-чуть звук подогнать, и скоро будет на канале. На улице уже темнеет, так что я с лампочкой выложила на канал видео новогоднее поздравление. Пойдемте смотреть, что вы там уже пишете, может быть.
Обычно очень быстро все пишут, что уже 18 лайков и 4 просмотра. И 8 комментариев. А я выложила только что. Люблю вас. Вообще, вы у меня лапочки. Вот, все. Сейчас отвечу быстренько на комментарии первые, которые вышли. Смонтирую для сторис это видео и продолжу этим заниматься. А потом еще в душ надо сходить и собраться. У меня осталось 4, 5. У меня 1.5 часа. О, господи! Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Так, за мной уже приехали родители, как 5 минут, я вот в таком виде все оставляю. Опаздываю дико, вот. Надеюсь, это не будет значить, что я так встречу, проведу весь год. Собралась, кота покормила, курицу сварила, все, убегаю, сейчас будут ругаться. Эксплуатирую. Кто у меня, племянник, наверное? Давай, чисти, чисти. Огонь. У нас каждый год есть традиция всей семьей ездить на елки, вот. Семья, собственно говоря. И позже будут елки. Там вот еще у меня брат есть родной, старший, но по росту младший. Первая елка Слободском. Она тут всегда такая классная. А мой брат очень любит своего сына. Новый год, кайф. I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Давай, поехали. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. Мы приехали на очередную горку. Я чуть-чуть замерзла и промокла. Вот. Но все дети счастливы. Вот. А у меня озноб начался. Вот. Но елка красивая здесь. Мам, махай давай, радуйся. Новый год же. Новый год, новый телефон, новый год, новый телефон. Классно. I'm walking around feeling free. Спалили папу, что он моет посуду. Он классный. В общем, мы пришли к родителям, уже накрыли на стол. Посмотрите, какая елочка у родителей классная. Раньше мы ее все наряжали. Я безумно люблю вот эти гирлянды. Вот. Офигенно выглядит. Вот, сейчас будем кушать. Мои любимые тарталетки. And family, making angels in the sand you had me. Doesn't matter.
can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas time.